такое? Отчетники, я за вас отвечать не хочу. Вот отсюда снимайте. А я-то тут при чем? Да, я не хочу за вас что отвечать. Если вам на голову что-то не пойдет. Да не он. Он должен. Вот так кричать. Вот стойте, вот здесь снимайте. Да, все. Туда не надо. Не лезьте под машину. Сейчас участковый придет ваш Герасимов. Будет разбираться. Отсюда тоже снимать надо. Уважаемый. На каком основании вы запрещаете мне здесь находиться? Чтобы вам не упал, я говорю, не находиться. Чего, насилие применяете ко мне? Применяете ко мне насилие. На какой? Я нахожусь на парковой территории сейчас. Чего вы запрещаете? Пойдет, потом отвечать. Вы должны остановить его, а не меня удалять отсюда. За вас беспокоимся. Я, конечно, вам благодарен, но для этого вы должны его остановить. Мы с вами здесь. Почему вы не его удаляете, а меня? Много вопросов. Он нарушает закон, удаляете вы меня. Почему? Сейчас участковый придет, будет поднимать решение. Вот, смотрите, прямо между деревьями. Вот, вот. Ты куда дерево сейчас зацепишь? Эй! А вот посмотрите, как эта стройка запитана кабелем. Видите, кабель идет на стройку, потом где-то вообще лежит в снегу, тут под ногами у людей, это не стройплощадка, здесь ничего не огорожено. Вот он идет в снегу, а потом идет в какой-то колодец. Вот так вот мы ходим по электрическим кабелям, и кто отвечает за нашу безопасность?